Здравствуйте, мои дорогие. Вот сегодня будем готовить всем семейством, ну, скажем, половину семейства. Уху. В главных ролях будет моя внученька, муж, ну и, конечно, тут же я на подхвате. Да? Как тебя зовут? Расскажи. Маргарита. Маргарита, Маргарита, а что мы сегодня будем готовить? Уху. Уху? А что нам для этого надо? Лук, угу. Морковь, угу. Картошку, угу. Листья, перец, рыбу. Рыба? А вот это вот что такое? Кашу. Правильно. А кто у нас будет готовить? Дедушка, и бабушка и я. Да, ты будешь помогать нам, правда? Да. Ясно. Ну, теперь приступаем к готовке. Процедуры, ну, вот сейчас начинаем готовить. В общем, рецепта много, но этот рецепт, смысл вот такой, что, в общем, меньше времени, меньше затрат, не надо чистить эту рыбу, ничего. Для начала мы поставим варить воду. Ну, отправь. Воду кипятить, муж подсказывает. Ну, говори, что там, с рыбой или без рыбы? Нет, сначала просто кипятим. Угу. Примерно столько, сколько у нас будет в кастрюле. В маленькой? Да. В общем, в этой большой мы ставим воды столько, сколько будет в маленькой кастрюле. Почему? Объясню. Потому что рыбы у нас много, а чем больше рыбы, тем он более наваристый будет. Для этого нам нужно закипятить воду, да? Да. И рыба большая, не поместится в маленькую кастрюлю. Рыба у нас он большая, папа вчера привез... Рыбку. Рыбу нужно лучше свежую, не замороженную. Так, вот мы налили воду, теперь нужно подсолить. Ну, я думаю, ложки 2 чайные. Пока. Пока месть, да, пока. Так, вот ждем, пока месть закипит. Накрываем крышечкой. Мы с дедушкой уху делаем, а ты что там нам? Это ты картошку нам в уху режешь? Да. Ясно. Тут, ну, ты потом расскажешь, как ты свое блюдо делаешь, да? Да? Да. Ну, хорошо, молодец. Так, что дальше делаем? Вот водичка закипела, видите? И теперь что? Можем рыбу. Предварительно мы ее помыли, конечно, в соли. Не чистим, не потрошим, ничего, целиком. Давай. Их 8 штук, но мы за 2 раза будем готовить. Потому что они не войдут все. Да. Вот. Ну, не бросай так. Да. Все, варим до готовности 20 минут. А ничего не надо туда бросать? Ну, можно еще подсолить. А, еще лук. Лук, для, чтобы был прозрачный бульон. Ага. Луковицу сюда. Да, подсолить. Мы подсолили же уже. Ну, вот. Теперь можно попробовать. Ну, теперь готовим 20 минут. Да? Ну, до готовности. Окунь варится 20 минут в среднем. 15-20 минут. 15-20. А тем временем Маргарита нам готовит. Маргарита, что ты нам готовишь? Гороховый суп. Гороховый суп? А что туда входит? Покажи нам. Картошку. Где у тебя картошка? Покажи. Там ты. Да, картошка. И что еще? И еще морковка. А что еще? Потом горох. Горох, правильно, молодец. Ну, готов дальше. Мы тоже с дедушкой будем готовить. Так, сейчас все уже 20 минут прошло. Теперь выкладываем аккуратненько. Ой, там сколько этой молока или как она называется? Икра. Икра. Ну, возьми вторую. Дедушка, ты как-то... О, придерживай. Нужно было вилочку взять. О, о, дедушка. Получается. В общем, мы ее выкладываем, и пусть она остывает, да? Да. И закладываем вторую порцию, да, в эту же воду. Да. Вот. Маргарита, а ты что сейчас делаешь? Пока суп кипит, я разукрашиваю. А, пока суп кипит, да. А где у тебя суп кипит, покажи. Маргарита. Вот тут. Да, а что ты сюда положила еще? Ты воду клала, да, еще что? Да. Я... Картошку? Это сверху, что это такое? Перец? Перец. А соль ты клала? Да.
Молодец. Ну ладно, пусть кипит, давай разукрашу. А что ты там разукрашиваешь? Я обезьяну разукрашила. Ага. И сейчас буду разукрашивать, знаешь, кого? Кого? Найду сейчас. Ну вот ладно. Вот эту собачку. Да, ой, красиво. Ну давай, разукрашу. Так, вот вторая партия готова. Сейчас дедушка у нас выложит. Так, выкладываем ее. О, разварилась, да? Так, чтобы она остывала. Там первая партия, здесь вторая. И когда мы выложим вторую партию, нам нужно что сделать? Сейчас в другую кастрюлю процедим. Процедим получившийся бульон. Через дуршлаг процедим. Давай, сейчас неудобно будет. Вот через это сито мелкое процеживаем бульончик. Мам, так я не смогу. Да, ну давай, сейчас я... Так, что мы сейчас делаем? Пробуем на соль. Угу. Засолить нужно. Две чайные ложки нам не хватило. Еще две чайные ложки? Ну, хочешь? Полторы, потому полторы. Что еще будет картошка и все остальное. Угу. Так, сейчас дальше что? Все, закладываем все ингредиенты. Что, лук, да? Свет! Лук? Лук, картошка, морковка. Баба, подай мне свет. Сейчас бабушка подаст. Так, сколько картошки, не знаю. Ну, клади. Морковку высыпали. Ну, клади, сколько. Много, да, картошки сделали? Да, мы вот. Так, что еще? А нет, просто нормально. Нормально? Мне же нужно капусту маме положить сюда. Так, так. И, что... Так, сейчас закладываем пшено. Один пакетик, да? Угу. Целый. И лавровый лист. И что ж, перец, да? Перец черный, горошек. Угу. Все, а, да? Варится до готовности сколько? Минут 20. Минут 20, да? И что, а мы тем временем... Она пока остынет пусть. Рыба остывает, потом как будем чистить, покажем. О, Маргарита, а ты что делаешь? Что у тебя там? У тебя уже там, наверное, первое, второе. Что ты приготовила? Я папе приготовила омлет, а маме суп. А покажи папин омлет. О, так это, наверное, яйцо целое, да? О, как вкусно будет. Ну ладно, ну у тебя уже готово, да? Не, готово. Когда приготовится, тогда ты им позвонишь, скажешь, приходите на обед, да? Да. Ну ладно, хорошо, ждем. Ну, в общем, вот мы берем сваренную рыбку. Мы сейчас с пузика... Достаем. Пап, как она называется? Икра, но только на любителей. Кому надо, кому не надо. Малука или как? Икра. Икра. Лорик, как тебя не хватает? Смотри, целая тарелка еще будет. Лорик, прилетай. Так, и теперь голову отрываю. Вот здесь видно, что это? Вот. Спина, чистое мясо без костей. Вот, да, нет. Сейчас скажут, как щуку я чистила, скажут, нерационально, неэкономично. Ну, у нас этих карасей... Окуней. Ой, окуней. Дедушку у нас ловят. Вот, поэтому... И мы как бы, ну, не сильно увлекаемся этой ухой. Нас любит только дедушка, ну, дети еще. Так, сейчас... Все гости любят, кроме мамы. Кроме мамы. Да. Мама не любит. Так, ну, в общем, поняли, да? Вот сюда вот сними здесь. Вот сколько? Филе. Филе, только у вареной рыбы вот снимаем. Ну, живот мы не будем, нам это не нужен живот. Ну, вообще, вот здесь еще много сколько, но просто здесь встречаются еще эти косточки не виден, поэтому живот как-то, ну, нерационально как бы. Вот еще одну такую рыбку показываю. Я все не буду пока показывать, что вот я начинаю, ну, голову оторвала. Ох, как она неудобно. Желудка эту, малую, ой, эту. Ну, тоже можно выкидывать кому как. А, здесь нету, дедушка. Здесь нету. Самец. Самец.
Так, в общем, снимаем это. Вот это вот, которая вторая, она уже, наверное, закипела, ее надо меньше варить. Не 20 минут, как первую, а минут 10, потому что вот это... Уже горячая вода. Уже вода горячая, и она сильно разварилась. Вот так же вот это со спины снимаем. Так, проверяем, нет ли костей. Ну, в общем, как-то вот так. И что мы дальше делаем с этим? Отправляем это, когда уже уха будет готова, в суп, в уху. На сколько минут? Вообще не варим, просто... Добавили и все, да? Да. И наша уха будет готова, да? Да. Так, ну, пока мы чистили рыбу, а Маргарита тем временем чем занималась? Маргарита, что ты делала? Блинами. Блинами? Да. А зачем ты блины печешь? Сегодня праздник масленицы. Надо у всех прощения просить. Ага, правильно, молодец. И блины печь. Да, вот твои блины. А что ты туда клала в блины? Тесто и воду. Ага. А яйца не добавляла? Нет. Нет? Ну, ясно. Разве яйца надо в тесто? Ну, да, желательно вообще. Не лила. Не лила, да? Надо еще ж посахарить их. Ты еще не сахарила? Нет. Дай мне посахарю. Вот, на тебе посахарить. Вот. А фартук у тебя уже весь в муке. Видишь, для чего нужен фартук? Скажи, пожалуйста. Чтоб платье не моралось. Не моралось, да. Так вот вымазала фартушек, а потом сняла, и ты чистая, да? Ну, давай дальше. Делай. Уже. А, ты забыла, что ты там? А, ты уже показывала, да? Что там, яйцо. А яйцо для кого? Для папы. А это что? Для мамы супик. А, уже готово или нет? Нет. Он еще не кипел? Он еще не кипел. Ну, ладно, давай. Пусть закрытая будет. Так, ну вот, короче, мы почистили рыбку. Лорик, я тебя жду на вот это чудо. Ты у нас обожаешь. И теперь добавляем в кастрюлю размешать. И пусть настаивается. Это мы будем кушать попозже. И получается такая уха. Потом... Ой, разлила. Потом, когда она будет готова, туда можно что там, перчика добавить, ну, если хотите, зелени. И супчик будет. Вот у нас сегодня масленица, у нас снег идет, прекрасно. Ну вот, мы приготовили супчик, сейчас покажу, какой. Вот какой супчик получился прекрасный. Ну вот, сегодня праздник у нас, прощенное воскресенье. Девочки, я прошу у всех прощения, кого обидела, о ком плохо подумала, ой, кому что-то сделала, кому что-то еще сделала. В общем, извините меня, простите за все. Ну, если кому понравилось, ставьте пальчики вверх. Если кому не понравилось, извините. Вот. Маргарит, наше время пришло попрощаться со всеми. До скорой встречи. Что? До скорой встречи. Ну все, пока-пока.